того, чтобы вы развивались как личность, как певицы, как артисты. Даже если вы не сильно хотите в дальнейшем стать певицами или артистами, поверьте, для вашего голоса, вы же голос используете каждый день, чтобы его развивать, чтобы он у вас был красивым, звонким, эластичным, его было приятно слушать, определенно надо. Сколько будет уроков? Все пока то в секрете. Ничего пока вам не рассказываю. Для начала просто подпишитесь в телеграм-канал, там будут самые первые новости, и вы сможете все сразу же узнавать. Аделиночка, я тебя очень сильно люблю. Я вас тоже очень сильно люблю. Я просто на самом деле в шоке от ваших сообщений. Ну, вы такие, блин, милые, ну просто, я таких людей вообще не видела, когда мне присылают видео, как плачут, потому что они уже представили себе, что я буду их преподавателем, когда это еще ничего не было известно. И я понимаю, как вы вообще до этого догадались, как вы себе это представили, как вы меня так чувствуете, у меня просто глаза вот такие были. Ну, и я вчера увидела это уведомление, и сообщение там, где девочка плачет, и у меня прям самой слезы наворачиваются. Как я довожу людей до таких слез? Это незаконно. Вот, поэтому это дорогого стоит. Курс будет на русском. На русском будет курс, так что не переживайте. Наши украинцы хорошо знают русский, и они смогут адаптироваться под него, но, к сожалению, россияне не знают украинского, поэтому я выбрала, что будет, конечно же, на русском. Какая у тебя марка машины? Mercedes. Ты любишь кей-поп? Ой, я не знаю. Ну, типа, я могу смотреть их видеоклипы, но сказать, что я прям фанатею от них. Не, они красивые, у них классная подача, мне нравятся девчонки, которые не кейп, ну, типа, с кей-попа, не помню, как их зовут. Есть BTS, а есть только девчонки. Вот я тоже не знаю. Всем передаю привет! Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя новость, и для меня это вообще новый этап, новый путь, можно так сказать. И я хотела бы увидеть ваши фидбэки. Может, вы напишите, а как вам такая новость сегодняшняя? Можно тебя нарисовать? Конечно, можно. Как часто вы встречаетесь с девочками из Open Kids? Наверное, вы не в курсе о моих отношениях с девчонками, но очень редко. Последний раз виделись, когда снимали видео, прощальное видео. А до этого мы не виделись где-то месяца три. Да? Blackpink. Yes. Сама за рулем? Нет, конечно же, у меня тут руки чужие другого человека. Или же мамаму. Что случилось с девчонками? Ну, очень неприятная ситуация, я вообще не хочу ее затрагивать больше. Оно прошло и прошло, вы просто знаете, что я не поддерживаю с ними отношения, и все. Ну, типа, окей. Я вижу, что и они не хотят со мной поддерживать отношения, но я тоже сильно не горю. Почему? Open Kids будет. А, просто совсем другой состав, и сейчас проходит кастинг в новую группу. И там вы сможете
себя попробовать, и, возможно, у вас все получится. Так что вот, помнишь сюрприз на концерте в Новосибирске? Мы в Новосибирске были 4 или 5 раз, и, честно говоря, я уже все позабывала. Плюс это было так давно. Или нет? Год назад всего лишь. Я не помню. Правда, не помню. Еще раз. Ангелина, мне мама сказала, что ты встречаешься с племянником маминой сестры. Я не знаю, кто там племянник маминой сестры. Возможно, а возможно нет. Кстати, если вы про личное сообщение в директе, я их читаю с радостью, поэтому если вы думаете, что я их не читаю, то вы очень сильно ошибаетесь. Просто знайте это. Вот. Я, к сожалению, могу не ответить, потому что от количества таких сообщений это вообще невозможно, но я их читаю. Сколько у вас градусов? Плюс 8. Сколько будет учеников? Вы так много задаете? Хитренькие, а? Совсем скоро все расскажу, все будет на днях, обещаю. Вы совсем скоро все узнаете. Так что не переживайте. Куда едешь? Я еду в гости к моим племянникам, к Терезе Остапу. Сейчас бы хорошо найти местечко удобное, то я знаю, тут с ними вообще никак. Я там не стану. Не факт, что стану там. Вот такая Ангелина водила за рулем. На мое место. Пожалуй, только поаккуратнее за рулем. Хорошо, как скажете. Буду поаккуратнее. Интересно, тут есть такие, кто уже водит машину? Ну, не прям водит, что папа дал там один раз покататься. У меня еще прав нет. А вот прям, чтобы самостоятельно, с правами ездить по городу. Есть такие или нет? Да нет, уж там не стану. Вот я понимаю, что я уже за рулем 2 года, и я не понимаю, как так быстро прошло время. Мне уже в этом году 20 стукнет. 20, блин, 20 лет стукнет. Это что такое? Ужас какой, да? Вот. Из-за чего распалась команда? Ну, из-за того, что у нас были разные взгляды, стали разные взгляды, потому что мы выросли. Сначала мы были детьми, а потом все поменялось. Ну, у нас уже появилось свое я, где мы можем сказать свое мнение, вот. Поэтому, наверное, не из-за этого, мне так кажется. Почему-то никогда нельзя найти место. Наверное, это песня. Сейчас я буду проситься, как обычно, в паркинг. Ладно, ребятки, спасибо вам огромное за ваши ответы.
и ваши вопросы на связи. В общем, скоро в моем телеграм-канале 3 часа дня будет новая весточка. Подписывайтесь. Все в шапке профиля, если что. Давайте, пачки. Потому что сейчас будет темно.